Вау. Проверим. Вау. Камни стали такими каменными. Тени мягкие появились. Дверцы открываются. О! Здорово. О боже. Бля, ну тебя, тебя RTX совсем не красит. Как был уебан, так уебаново я сдался. Вау. Мы вообще в каком-то корабле с парусами. Чё? Вау. Посмотри. Как здесь прекрасно. Что это такое? На контуру плавать. У-ху-ху-ху. И это красота. Ты прямо с дельфинами плывешь. Смотри, чтобы они своими носами не залетели тебе в анальчик. Полундра. Вижу, вижу, вижу. У них что-то большое идет. Голем, ебаш. Голем, ебаш. Я голема уебашил. У них бык. Воу-воу-воу-воу-воу. Это что такое? Поаккуратнее, папаша. Воу-воу-воу. Это прям битва на равных. Голем, проси. Седло сюда. Голем, проси! Проси, блин! Проси! Ты случайно! Извини, пожалуйста! Да. Как вы поняли, мои ручки добрались до Майнкрафта с RTX. Странно, что до сих пор ни одного алмазика. Хочу алмазик посмотреть. Слушай, ну я не знаю, как так часто ты алмазы-то ловишь. Вообще, в Майнкрафтах. Я в Майнкрафте редко когда алмазы находил. Ну, обычно, короче, от нулевой до 12 высоты надо копать. От полевой до 12 высоты. 12 высота самая алмазная, 12-11. Все, я отправляюсь. Не дай бог, лава появится. Я за алмазами шел. Лавы прям освещают супер дохренище. А вот убью, ну просто факелом. Такой маленький диапазон. Не, ну делали долго, реально. Алмазы! Так, 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 внимание, всем внимание, это алмазы, идет добыча алмаз... Как успехи? Я разбил только что алмаз каменной киркой. На этой неделе, помимо алмазов, я находил и другие драгоценности в третьей борде с Аркашей. А не могу ты? А не могу. Поехали. Поехали. Ну-ка, а сюда можно? Можно. Охуенно, охуенно. Это Артём, не очень хорошая охуенно. Идея. Тут за выпрыгивай и спасайся. И, я спасу тебя. А, слушай, тут ящик с оружием. Что? Да, смотри. Охуеть. Вот это. Неплохо ты упал. Так, вот дерьмо, что еще? Прямо от этого. И кроме вот этого. Там какой-то урончик неплохой. А может там тоже ящик? Да тоже ящик. Мне ничего не интересно абсолютно, кроме легендарок и эпических. Реально, блядь, потому что я уже знаю, оранжевые пушки самые лучшие. Нет, Артём, блядь, да ёбаный в рот. Да дай ты похоронить ну... по-человечески. О! Она собралась, блядь, блядь, блядь! Всё нормально, я робот. Смотри, какой крутой. А, ты робот, бля. Вот теперь, вот если бы мы с тобой вот так вот соревновались, я бы, конечно, тебя оттрахал. Но у меня закончилось топливо. Да, их много там. Слушай, а дробовичок неплохо выносит, если стрелять постоянно в цель. Да, вот я тоже самое делаю. Ау, бля, маленький хуесос. Подожди, а что у меня происходит? Почему ты целишься в маленького пиздюка? Он идет к тебе. А что дальше? Артём, а ты стоишь, смотришь в стену, блядь, смотришь, что делаешь? Да что за битва? Почему, смотришь, Артём? Почему битва так легко закончилась? Объясни мне, пожалуйста. Ты в стену смотришь, Артём, почему ты в стену все смотришь, блядь? Все враги начали расходиться по своим делам. Артём! Аркаш! Артём, блядь! Аркаш! У тебя игра, долбоёб, у тебя интернет повис. У тебя повис интернет. Схуя ли он у меня повис? У меня все в порядке, я с ними пижу, придурок. Все, все, поехали дальше, битва продолжается. Вы спросите, что здесь происходит? Ведь это мой телефон, а это новый Assassin's Creed Valhalla. И при этом это не какая-то... Не какой-то стрим, не какая-то урезанная версия, а полноценная игра. Вы спросите, как же это возможно?
А я вам отвечу. Игра запускается на серверах Nvidia и транслируется на экран с минимальной задержкой. Поэтому в 2021 году не нужно ждать, пока в магазине появится топовая видеокарта. Или платить сотни тысяч рублей за железо. Запускай твои любимые игры на стареньком ноутбуке, маке, телевизоре или даже смартфоне, благодаря облачному сервису gfn.ru. Сервис поддерживает более 800 игр, скачивать на компьютер и обновлять их не нужно. Главное, чтобы они были в твоем аккаунте Steam или Epic Game. Пару кликов, и ты уже бегаешь в любимой игре на ультра настройках. Решай сам, попробуй gfn.ru бесплатно или купи премиум и играй с трассировкой лучей, плюс получай подарки от издателей. А по этому промокоду скидка 10%. Так что не тяни, ссылка в описании. О, это вода, серьезно? Это дождь, дождь пошел. А, или ты? Я по земле. Ну я пока занят, я под дождем ношу воду для того, чтобы наполнить водоем. Как бы это сейчас тупо не звучало, потому что, сука, дождь, и я, который иду за водой, чтобы наполнить, сука, водоем, я опять несу в ведре воду под дождем, чтобы наполнить водоем. Сука, сколько раз надо будет сходить за этой водой? Два раза бесконечный источник сделай, и все. А как? Копай квадрат 2 на 2. Алмазы, 5 минут. Хочу алмазы 5 минут. Ну ты помнишь, что такое это было? Хочу смеяться 5 минут. Ага. Вау! Вау! Чё, прям преломление лучше? Да. Это так красиво, Тоха, ты бы знал. Ты вернешься, ты удивишься. Я не вернусь, пока не дойду алмазы. А ты где ищешь свои алмазы? Почему дай? А. Логично. Ну я понял. Тогда ты вдвойне удивишься. Ты что сделал, придурок? Ты чё? Почему тут воды много? Бесконечный источник научил меня делать воды. Вот он. А чё гараж нет? Мы потом наведаемся просто снова к пичке. Через пару там. Бля, нам назад вернуться надо, прикинь. Да. Я запрыгну на ходу. Не запрыгнул. Меня будто бы уже не удивит ничего здесь, типа, что выпадет, что трубак, это все будет понятно. Опа, а машина здесь при чем? А ну круговой заед какой-то. Подожди, нас кажется сейчас может раздавить машина. Уйди! Я не могу вылезти, меня присосало. Моя голова оторвалась, Аркаша. Я вижу свои ноги. Меня разорвало. На две части разорвало. Нет, ты фуловый, меня... А, очень больно, кстати. Я такой порки не видал даже на Порнхабе. Вась, ну он красиво очень говорит, да, типа? А что он говорит? Он рычит. Ну базарит красиво, ну красиво. Очень больно, очень больно, блядь. Что красиво? Он мне пиздит только так. Ну вы красивый, заебал. Я сдох. Прости, пизда. Тебе поможет шмара? Да, она бежит ко мне. Иди ко мне, моя шмара. Она сдохла. Кого он там убивал? Сейчас надо понять. Да, я въехал, блядь, на самом деле. Я вот остановился уже здесь. А, 70 хп. 59. Тушись. Ты кто, блядь? Ты враг? А, ты враг. Я умер прямо перед... Меня идет подымать, мой дружочек. Иди ко мне, Брик, иди. Это из-за того, что они... Из-за того, что они стреляют этим дерьмом. Он ушел! Иди, спасай меня, дебил! Спаси меня! Кретина, кусок. Да, сейчас мне надо... Телепортируй меня, я тебе помогу. Фух, боже, слава богу, я не побежал в лаву, а? У тебя есть на кирку. Ну все, спасибо. Я погнал, давай. Тут около дома у меня аккуратно, тут у меня свиная яма. Только что две свиньи попались в ловушку.
почему на ламе кататься нельзя? Ты уверен, что на ламе кататься нельзя? Я сел на нее. Ну вот, давай я тоже на ламу сяду. А тут вообще, ты лучше посмотри, что тут происходит. Тут лама жарит этого торговца. Нормально тебе, мужик? Алмазная лихорадка. Видос так можно назвать. У тебя все время правая рука вытянута, странно. Это не рука, Тох, я открою тебе секрет. Так. И свинью приволок. И кошку. Ты сейчас свинью свою задушишь, если будешь ее так тянуть. Нормально. Бедняжка Пеппа. Заставляют в мультиках сниматься теперь вот это вот. Во взрослом кине сейчас надо будет сниматься. О, господи, что за любовь у тебя там началась со свиньей? Я плохо отсюда вижу, она сбежала. Боже, что за Майнкрафт 18+. Не смей. Еще и седло. Что за ролевые... О, боже! Я могу ее управлять. Я не удивлен. Она тебя не называет мой господин? Привет, мои дорогие. И я вас буду называть моим господином, если вы всего лишь поставите лайк под этот ролик и подпишитесь на канал. Ну и посмотрите следующее видео. Да, так что не отвлекаю. Вперед, иди смотри следующее видео. Ну а пока. Всем пока.